Там мы открыли нашу красотку, она что-то не в настроении, пугает нас, собственно. Ну да, меня пугать не надо. Вот такая поза паука, это защита. Сейчас покажу, как она стоит. Сейчас, подожди. Вот она поднялась на дыбаря и говорит: идите нафиг, я вас не знаю. Ну, это поза угрозы. Если паучок так делает, в принципе, трогать его не надо. Ладошку, да? Ладошку, да. По отношению к руке. То, что... Покажи аккуратно палочку спереди, только не сильно. О. Ой, она сейчас поломается. Пугает. Убери палку. Вот так вот она пугает нас. И пока она пустенький, в принципе, красотка наша особой угрозы не представляет. Сейчас покажу, почему. У нее вот еще так называемые даже зубы не затвердели, так сказать. Вот они еще светленькие. Особо не укусит. Вот они блестят, еще не черные. То есть она еще не опасна. Но тоже в руки сильно не возьмешь, кто аллергетик-то. Вот она начинает тереть лапками, если к ней приставать. Это она ядовитые волоски спускает. Здрасте. Вот она наша красавица после линьки. Сейчас мы ее заставим опять дыбка подняться. Вот это угроза с ее стороны. Но опять же, сам паук первый не нападает.